Всем привет! Липецкий государственный технический университет вчера занял 3-е место. Выступали поделиться с Липецком золотом. Но здесь нижегородцы каким-то чудом не забивают сейчас. Хватает выйти вот такой передачи. На этот раз мяч, ух ты, неприятнейший какой эпизод. Липецк снова в атаке. Кулагин. Пас направо, контратака, и нужно замыкать. Было очень опасно. Вновь на позиции столба Рыжов. Мяч принял и пробил с левой. Остап прорыжиться не смог. Пас направо, Токчарыев. Токчарыев бьет, не попадает. Он не до конца. Пошла игра у нас уже от ножа. Последнее вот эти мгновения первого тайма. Удар в створ от Карпова. И там темп был не особо высокий. Да, было забито много мячей. Вот сейчас Мелюх спасает свою подачу на Лоскутова. Два подряд шой. Токчарыев. И будет прямой удар. Не попадает по воротам игрок НГПУ. Ни одного забитого мяча, но игра смотрится. И на этот раз развернулся Бадиков. Оправился от травмы Кулаги. Но сейчас хорошую передачу сделал. Пришел момент. Продолжится. Было очень жарко сейчас у ворот Липецка. И продолжает быть подкат. Нарушение. Ну что это? Пина. Призывают они забивать. Но будет розыгрыш. Удар. Вот Лихно не попадает и хватается за лицо. Согласны. НГПУ уже на серию пенальти. Хромых плохую скидку сделал. И гол. Гол был или нет? Что сейчас показывают арбитры? Неуверенно сыграл Копанев. Нет, гола нет. И все. Долгая пауза, разбег. И отбивает Копани. Калышкина, еще одна попытка у Романа Мелюха отразить этот удар. Забивает еще раз Галышкин. Сауткин. Небольшой разбег, но точный удар. И один. Решается судьба золота. Жуков забивает. 2-0. Черыв чуть ли не со своей половины паркета разбегается и мажет! Мажет Токчарыев! Рыжов. По 5 ударов у нас будет в серии, конечно же. Рыжов. Забивает Рыжов. Счет 3-1. Лоскутов слева и точен. Дарит надежду слота Серебряной лиги. Хромых забивает и золото отправляется в Липецк. Поздравляем этих парней. Они терпели, они старались. И вот привет вам от капитана.